Да, пойдем. Пойдем гулять. А я по телефону говорю. А, да, и ладно, разговаривай дальше. Так, ну что, пока у нас все равно никого. Я тогда пойду просто небольшую экскурсию проводить, да. Вон у нас там Олик сидит. Все в делах, аки пчелки. Где-то там. Вон она. Всем привет. Что, есть вопросы, задавайте. Сейчас я тут немножко в бунгало зайду, у меня тут Данич попросил кое-чего. Покажи. Уф, господи. Ты смотри, представляешь, только в онлайн зашел, а мне уже просят показать его пушистик. Понимаешь, да? Вот вообще без тормозов люди. Ой, люди на блюде. Давай что-нибудь более адекватное. Трум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Кто откуда пишет? Ой, привет, Полинка. Танюш, привет. Пойду тогда гулять. Раз никто ничего не спрашивает. Вот этих кадров, наверное, вы видели кучу. Вот на этих качельках. Качельки. А здесь мы в волейбол рубимся. Леха тут просто, короче, жгет. Но я пытаюсь, короче говоря, с ним так побороться нормально. Что пишет? Настя плохая. Господи, какая Настя плохая? Почему плохая? Ну, хорошая девчонка. Чего вы начинаете-то? С Никольского. Ой, подожди, да у меня прямой эфир. Давай сделаем? Я уже делаю. А это Костян. Че, ребят, как жизнь? Как жизнь? Давай барабанистый, расскажи нам что-нибудь хорошего. Че вам рассказать? Смотрите. Рассказывай, как пишут. Смотри. Ой, смотри, мне пишут, короче, кто... Ой, смотри, какая грубая вот девочка. Что пишут. Насчет Дома 2, вот что пишут, смотри. Более-менее умным людям надо... Этот проект не смотреть, а в нем участвовать. Смотреть вот невозможно, говорят. Да нормально все. Кайфуешь от жизни. Слушай, не, на самом деле, тут я прям весь в работе постоянно. Ты что, мы тут прям работаем, мы тут песок пашем, короче. Вон Илюх. Куда? От тебя убежал? Откуда? Куда еще убежал? Вон Лешка, весь в делах тоже. Здравствуйте, добрый день. Очень приятно познакомиться. Царь. Это идеальный человек. Да. Денис похож на Ивана Васильевича Грозного. Я бороду сбрил, что ты начинаешь? Да, похож. И еще на такого из богатырь Василий Верестюк. Что, погоди, я грудь на только надую только. Да. Ну, нормально. Сейчас там мечта миллионов. Так, что там пишут? Как можно быть такой быдлой? Я не знаю, о чем ты? Пойми и прости. Кого-то надо понять и простить. О, фига. Пашка, здорово. Аленка, привет. Ой, Олеська подключилась, ты смотри. Сколько народу, а все молчат. Вы хоть что-то напишите, потому что я тут не так уж и надолго, на самом деле, в онлайне. У нас тут как бы все по времени. О, хотите, океанчик покажу? Хотя, наверное, если сейчас океан показывать, у вас тут сразу же печаль, тоска. Начнете меня проклинать, короче, да? О, Владимир, здравствуй. Так, сейчас поглядим, что тут у нас. Ауч. Тарарарам. Оксана, что ты ничего не пишешь? Подключилась и не пишет. И Таня тоже ничего не пишет. Как я туда попал? Самолетом, короче, представляешь? Вот. Ой, сейчас океанчик, смотрите, какая красота. Пойду прогуляюсь как раз по водичке. Давайте придумывайте что-нибудь. Чего вы просто радуетесь? Давайте пишите. Спасибо. Отличный загар. Спасибо, братан. Как дела в Беларуси? Как у тебя там на боевом фронте? Хоть. Ой-ой-ой, скользко. О, есть. Все, я, короче, ухожу в океан. Потому что все равно ничего не пишете. Что могу рассказать? Знаете, очень часто задают вопрос, типа, правда ли, что здесь все по какому-нибудь сценарию? Да нифига не правда, ребят. Никакого сценария вообще нет. Здесь реально люди реально строят отношения. И это мне сейчас не какая-то реклама, а реально очень клево. Почему? Потому что здесь, в таких условиях, здесь очень форсированные события. И получается, что тебя проверяют на прочность очень быстро. Твои какие-то потенциальные отношения. Если ты не дурак, это реально как тренажерный зал для личности. Очень клево. О, Оксанка написала, что тебе писать? Рада за тебя, завидую. Так пролетай. Найдем тебе мужика. Найдем прям мужика. Вон у нас Костян, короче, бородатый. Он барабанит отлично. Я, правда, не знаю, как насчет всего остального, но барабанит он хорошо.
Hello. Hi. Почему ни с кем не строишь отношения? Строю. Следить за эфиром. Чуть не строю. Я стараюсь. Я показываю себя таким, какой есть. А все остальное, я просто не хочу работать ни на какую показуху. Знаете, делать типа какие-нибудь фейерверки и так далее. Хотя недавно был тут один забавный нюанс. Но рассказывать не буду. О, краб побежал. Ладно, краба трогать не буду. Что я кинул рязку? Ну вот, потому что там ледяной холод. Все, я буду долбиться об глыбу льда головой, что ли? Ой, Светик, привет. Где вопросы? А может, еще были? Сейчас промотаю, ребятушки. Иногда задумываюсь о том, чтобы пойти к вам на проект. А что задумываться? Топай. Кто ж тебе мешает-то? Главное понять, кому и ради чего. Нельзя свести, денег не будет. Ну, если уж, знаешь, когда волков боятся в лес не ходить, а свистеть на самом деле полезно. Это психологи доказали, что, типа, когда человек свистит, он находится в своеобразном потоке восприятия и релакса, понимаешь? Так что нельзя человека обрывать на свисте. Точно так же, как на песне, понимаешь? Оставайся с собой, спасибо. Ты их кушаешь, крабов? Да, слушай, на самом деле бывает. Но почему нет? Если они тут ползают. Ну, в принципе, все, что ползает, можно, наверное, есть. О, знаете, что у нас есть? У нас тут есть здоровые гигантские такие черепахи. Правда, они все ко мне сейчас попой стоят, видимо, дрыхнут. Я попробую вам показать. Опа. Вон они. Вот это их попы. Попа-панцири. Попа-панцири. Владимир, ты сразу вот прям, вот прям, знаешь, сразу бьешь, короче, по кошельку. А я не скажу. Понятно? Вот не скажу. У нас тут, в принципе-то, все условия. У нас... Только строй отношения, только живи жизнью, понимаешь? Ой, смотри, уже даже понеслась инфа. Это, видимо, кто-то из администраторов пишет, да? Так, что я хочу? Так. Я правда даже не знаю. Понимаете, сейчас у нас на острове не так много народу. Так бы я, может, показывал. А так сейчас все сидят в мобильниках, все серьезные. Вот. Так что ничего такого конкретного сказать не смогу. Что еще тут часто задают вопрос? Брум-пум-пум-пум-пум. А, там, знаете, обычно там, а где фото с Бузовой, где с Бородиной, где там бла-бла-бла. Ну, ребятушки, ну, я-то здесь, а они-то в Москве. В Москве, понимаете? Ну, а в Москве, когда был, не успел. Ну, вот так. Так, кто ведущий на данный момент? Смотря где. Пальмы круто, конечно. Я за еду готова там жить. Так, Алена, что ты... Хотя, да, я понимаю, что ты тормозишь. У тебя же малыш. О, Яна! Да ладно, Яна присоединилась. Ёлки-палки. Наверное, ты сюда ненадолго заглянула, чисто посмотреть, что здесь творится, да? Куда Дэн опять попал? Ну, вот туда, вот видишь? Я гуляю тут кругами. Думал, может, какой-нибудь высокий КПД от прямого эфира будет. Но пока только привет-привет, мы за тебя рады и все такое. Бордина по эфиру уже на острове, завтра покажут. О-о-о. Спасибо, Ян, я удостоился ладошки приветственной. Ой, да ладно, Юлька зашла, господи. Я как там? Слушай, Ян, да нормально, я бы даже сказал, уже хорошо, уже акклиматизировался, но только вот красный как черт, сгорел. Моя кожа не приспособлена, короче говоря, для этого дела. Но я думаю, что все-таки получу шоколадный загар. А так, очень все классно и интересно с точки зрения того, что реально вот, я уже повторюсь, но вот знаешь, как тренировочный лагерь для личности. Прям жесткая прокачка, жесткая пробивка такая. Как, короче, у Кости в зале по мышцам, здесь, короче, по личности. Привет. Что-то меня редко видно. Ян, да меня редко было видно. Я думаю, что просто надо чуть-чуть подождать. Сама понимаешь, я же не могу так... Взять и сразу же раскрыться. Ой, сейчас погодите, я вам сейчас крабика покажу. Стой! Уплыл. Стоять, я сказал. Крабстер. Тум-т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 ум. Вот их здесь море просто. Не забывай пресс качать. Ладно. Как скажешь, шеф. Где я вообще? Да, я на острове, это Сейшелы.
Здесь рядом еще есть вот там, как же он называется, отель Эфелия, короче. По геотаргетингу я иногда его отмечаю, вот где-то вот там, вот там, да. Квадратики. Да не квадратики, это прям, это вот эти бегающие квадратики, это реально был какой-то крабик. Ну ладно. О, пошли на бар. Так, я никого там не забыл? Не, вроде всем ответил. Ну давайте еще что-нибудь скажите хорошего, доброго, милого. А то я минут через 4 уже буду отключаться. Давайте спою, спою, что спою? Счастье – это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою. Знай, что всегда, наверняка, даже когда не жду, я тебя люблю. Машься кремом. Ты давай там покажи всем кучки. Господи, ну зачем? Что так сразу-то же по жести, господи? Я вот себя показываю. Я показываю кузькиного отца. Понятно? Вот это. Давайте тогда вам просто проведу что-нибудь. Кстати, что там со второй половинкой? Со второй половинкой работаем. Давай так скажем. Кто сейчас на опасе, слушай, ну вот смотри эфир. Только так могу сказать. Потому что по-другому не могу. Ибо, как тебе сказать... Правила такие. Пару нашел. Работаю над этим, честно. Красиво пою. Спасибо. Спасибо. О, луна. Смотри, даже видно. Ой, ребятушки. В общем, все хотят зрелищ от Кондратьева. Давай вот как бы в меру, да? Я вот когда в принципе-то зашел, уже было зрелищно. На следующий день же голой попой там посветил. Хотя, наверное, не все это видели. Может, слава богу. Может, вообще удалят и будет отлично. Чего ты возмущаешься? По поводу. Возмущаешься. По поводу Кузькина матча, что ли? Ты смотри, у нас там, у нас в чате прям какой-то профи прям. Ты смотри. Только почему-то без аватарки. Эх. Ладно, давайте тогда я вам последний раз курсию проведу. Только в другую сторону, вот так вот. Да, наверное, буду отключаться. Если есть вопросики, пишите. А так в эфир я выйду уже только завтра. Все в делах, все в делах. Все видели? Ну вот, а ты говоришь. Вот тебе зрелище. Это начало. Счастья тебе хотим. Спасибо. Тум-тум. Вон опять этот бородатый. Что заново? У меня прямой эфир. Что значит заново? Вопрос. Ответ. На засыпку. Давай, на обсыпку. Что давай. Происходит? Что сейчас происходит? Что сейчас происходит? Да, ночь. 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 Так, о чем вы с ним говорили? С этим бородатым рекордсменом? О чем вы с ним говорили? Каким бородатым рекордсменом? Каким? Каким? С тобой. Со мной? Кто? Вы, друзья, о чем с ним там беседуете? Слушай, да, меня в основном говорят, там, знаешь, желают счастья, пух, там все такое. Да, пух и да? Прах, да. Разотрите, ребята, пух и прах, разотрите все, что вас сейчас окружает в радиусе 5 метров. Ребят, да. не пытайтесь понять то, что говорит Константин, это нормально. У него свой плоский мир, и это хорошо. Вот видите, как все, вот. Очень главное, не воспринимайте всерьез. Ребята, главное satisfaction, окей? Удовлетворение, или я не знаю, что он имел в виду. Кстати, вот... Да, Оль, я тебе Костю прорекламировал, правда, Корочно? Давай приезжай, он тебя ждет. Ладнушки, будут вопросы, пишите, звоните, кидайте комменты. Ой, если будет возможность, голосуйте за меня. Там есть какой-то, по-моему, у нас на дом2.ru или что-то такое. Мне будет приятно. А там, может, еще и как-то это можно будет обыграть. А что я, друг Оль? Вот, слушай, я, понимаешь, тебе звезде рекомендовал, понимаешь? Это человек, просто вокруг которого вертится весь остров. Это человек остров, это человек душа, понимаешь? Настюх, ты вот когда аватарку...
себе сделаешь, когда ты со мной лично пообщаешься, а не просто в чате, вот тогда мы с тобой поболтаем. А так как бы, ну, а где это? Это Сейшелы. Конечно, звезде, а кому еще-то? Ты что? О, лобненькая, родненькая. Вот здесь вот всех в пух и прах разносят, а иногда помогают соединяться. Сейшелы — это в Индийском океане, кстати, да. Да ладно, не парься. А я тебя по-дружески целюлю, обнимаю. Почему я пошел на дом 2? Привет. А ты пошел, почему? Да потому что... Как вам сказать? Потому что увидел вроде бы человека, с которым потенциально мог бы что-то построить, а в итоге получилось, что нет. Но слава богу, что нашлись какие-то альтернативы. Тут просто не сразу видно людей, понимаете? С той стороны люди совсем другие. 92-й, хорошо, не 2000. От проекта отправился? От какого проекта? Ух ты, смотрите, тут прям холивар какой-то пошел. Выгнать? Да всех тут могут выгнать в любой момент. Это... Тут нет, ну, иммунитета ни у кого. Все это как бы... Иммунитет своеобразный есть только у пар, которые действительно построили здесь уже свою любовь, которая здесь не первый месяц, а то бывает и не первый год, и абсолютно серьезно относятся ко всему этому проекту. И у них реальные отношения. Вот у них есть своеобразный иммунитет. То есть мы им просто помогаем быть чуть-чуть лучше, становиться чуть-чуть крепче, работать над ошибками и так далее. Не надо при мне материться, пожалуйста. О, сейчас главное микрофончик не замочить. Все. Ой, хорошо. Все, короче. Я купаться. Если вопросов нет, буду отключаться тогда. Давайте еще минуточку-другую, и я буду отдыхать, окей? Ну... Где добро и юмор? Аленочек, ну ты же понимаешь, что не все такие юморные. Эдуард. Эх, ладно. Я, короче, отключаюсь. Надо бы еще, наверное, какую-нибудь фоточку вам выложить. Будут вопросы? Еще разочек говорю. Пишите, звоните. Если еще, кидайте в личку, а там уже при прямом эфире отвечу. По логике вещей завтра потенциально выйду, опять же, наверное, около скольки? По Москве, наверное, около 12. Вот. Конечно, не хватает тебя для юмора. Чего ты там сидишь? Ты уже 300 раз обещала, что приедешь. Давай, приезжай, подберем тебе мужиков побольше. Я не понял, ты себе что тут гарем, что ли, решил устроить, а? Найдем тебе дорогу. О, да ладно, Серега. Серега, вот я сейчас собирался уходить из онлайна. Вот из-за тебя я сейчас останусь, понял? Давай, жги вопросы. Как там музяка? Качает? Поешь? Рулишь? Правильно. И при мужиках материться надо, и при девушках. Серега, я не понял, где твой вопрос? Где твоя реакция? Где здравствуй, мужик? Где я соскучился? Где там люблю, целую? Серега, а? Какой тебе гарем? Губу закатай. Ту-ту-ту-ту. Что там он? Что там? Что там? Где там? Где там? Что там? Сергей Яковлев. Адиде. Опа. Расскажите что-нибудь хорошее. Или давайте еще споем. Тропикана женщина, горяча и бешена, а внутри соленая. Эй, Кива. О, Серега! Привет, дорогой! Здорово! Привет! Здорово, дядька! Я очень плохо слышно. Я просто увидел, что у тебя прямой эфир, решил посмотреть. Я соскучился! Ты вместе со мной в прямом эфире. Что говоришь? Я говорю, ты вместе со мной в прямом эфире, дядька.
А, то, так теперь это так делается, да? Да, да. Давай рассказывай, ты где? Я понял. Ты где? Мы песни поем. А ты где? Ты где? Ну, есть еще на Академке одно место. А, правильно, молодец, вот красиво так, знаешь, аккуратненько сказал. О, видишь, я тут страдаю. Видишь? От чего ты там страдаешь? Видишь, ну тут у меня условия ужасные для работы, для жизни. Понимаешь? Печаль. Я тебе потом напишу в личные сообщения. Я побегу работать, дружище. Давай, удачи друг, удачи. Тебе. Пока. Давай. Вот это мой один из самых лучших друзей, который учил меня петь, который научил меня и петь, хотя, конечно, не доучил, ну, на самом деле, просто я сам косячу. Вот, но я буду над этим работать. О, Виталий, здорово. А ты-то что здесь делаешь? Я думал, ты на работе. Или ты типа с воскресенья... Ой, с понедельника на вторник не работаешь, да? Скучно мне там? Конечно, скучаю. Ты посмотри, как мне грустно. На самом деле нет. Ух ты, сердечки. В пакетах заряда, ребятушки. Короче говоря, если что, пишите в личку какие-нибудь сообщения, вопросики. Я как смогу отвечу, завтра потенциально в 12 по Москве опять вылезу. Все, всем пока. Люблю, целую, обнимаю. Виталик, завязывай. Печень не вечна. Все, ребят, пока. Убежал.